Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Пришла в свой огород. Сейчас я вам, друзья, хочу показать, как на сегодняшний день выглядит мой огород. Вот это мои розы. Вот сейчас набирают опять бутоны. Я от жары пропустила обрезку, да, вот этих уже отцветших бутонов. Сейчас обязательно их всех обрежу. Как только я их буду обрезать, так опять будут вот новые бутончики. Так как розы у меня цветут до заморозков. Вот этот я сейчас тоже обрежу. Вот. И, наверное, скорее всего, надо их будет опять обработать. Вот видите, опять листочки начали портиться. Вот этот кустик вроде неплохо выглядит. Но бутончиков пока... А, есть, вот, начинают бутончики. То есть каждый сорт по-разному реагирует. Кто-то быстрее цветет, кто-то помедленнее. Ну, вот и также у меня вот сейчас роза на штампе. Вот, видите, такая на длинной палочке. Вот сейчас тоже все это уберу. То есть надо срочно это все обрезать и омолодить розы. Вот, друзья. У нас жарище, как я вам и говорила в прошлых видео, очень-очень жарко. Температура до 40 градусов доходит. Я днем вообще не могу в огород свой даже зайти. Да вообще не только в огород, я вообще из дома не выхожу. А у меня еще, как я вам и говорила, переезд с одной квартиры на другую. 28-го мы уже будем полностью переезжать. И вот мне надо... Как бы дети мои возят на машине понемногу все. А 28-го уже придет фирма большая с двумя большими машинами, как ластваги здесь называются. Ну, в общем, рефрижераторы, наверное, или... Ой, нет. Ну, в общем, чтобы не наболтать. В общем, на больших двух машинах и уже будут перевозить мебель. Так что вот у меня тут еще совпало. И жара, и переезд. В общем, друзья, для меня это... Очень-очень тяжело. Но, тем не менее, вот по вечерам прихожу в огород, поливаю, таскаю, как я вам уже сколько раз показывала, вот этими леечками, вот из той голубой бочки. Вот сейчас я уже все полила. Все равно еще жара, но, тем не менее, вот растишкам тоже надо воды. Вот кабачки у меня, так они и висят, никто их не срывает, не берет. Надо будет моей Людмиле позвонить, чтобы она доехала, все-таки забрала тут у меня половина урожая. Я не знаю, что с ним делать. И перерабатывать мне негде, потому что у меня на кухне там целый вообще... Ну, в общем, сами, друзья, знаете, что такое переезд. Так, ну ладно, вернемся, как говорится, к нашим баранам, к моему огороду. Картошку мы вчера с вами вот здесь выкопали. Это я еще оставила, вот. Китайскую капусту, которую у меня ела крестоцветная обложка. И я показывала вам видео потом, как я ее обработала. Вот видите, она как у меня разошлась. Ну, вот здесь кто-то ее подъедает, скорее всего, наверное, слизни. Так, ну, томаты у меня тут некогда мне их не собирать. В общем, руки до них не доходят. Вот свекла моя тут. Это длинная вот эта. Неплохо вроде растет. Вот, друзья, томатики, там перцы. Тоже, в общем, у меня не доходят руки с этим переездом до сбора урожая. Вот салат уже тут перерастает. Надо, может, сегодня взять хоть один салат съесть. Вот там свекла. Вот сейчас пару ягодок пока поливала, съела. Вот ягодки все у меня тут цветут. Не все, конечно, только ремонтантная клубника, потому что там кусты вперемешку. Ну, сейчас я уже знаю, какая ремонтантная, а какая просто. Вот, ну вот гномы мои. Вроде ничего. Краснеют. Вот это деспирадо. Пурпурное сердце. Вон, смотрите, какое сердечко. Там тоже вот пурпурное сердце. Это бой с тенью. Даже он тут цветет.
под конец августа мне тут решили они. Он тут тоже цветет. Это тасманский шоколад. Что-то он тут разошелся. Так, ну вот баклажанчики два уже я сорвала позавчера, вот съела. Эти тоже вот мне баклажаны очень нравятся. Семена я покупала в Швейцарии, такие пузатенькие, можете посмотреть в моих видео. Вот, тоже очень много плодиков дал. Так что неплохо. А это, видите, как разрослась? Поздно мы с вами ее высаживали. Кто смотрит мои видео, смотрите. Ну ничего, это как сидират у меня сработает, потому что фасоль мне это... Ну, отдам своим турецким подружкам. Очень быстро она, смотрите, как разрослась. Ну, от морковки уже почти ничего не остается. Я ее постоянно срываю на покушать. Так, вот у меня здесь горох. Также еще морковка. Вот неплохая такая морковка. Смотрите. Вот. Вот. Ну, потихонечку срываю. Вот у меня перчик. Тоже очень много. Такой плодовитый, но очень острый. Вот надо это тоже будет сорвать. Вот видите. Так что, друзья. Во вчерашнем видео про картошку забыла вам сказать. У меня вот, вот еще картошка-то где растет. То есть у меня тоже еще здесь картошка есть. Так что мне предостаточно. Это у меня мои... Пасынки тут наросли, смотрите, надо тоже будет ими заняться. Томатики тут вон какие огромные. Так, ну и тепличка моя, друзья. Все, пустая моя тепличка. Вот сейчас буду заниматься землей. Надо будет сюда поселить мне триходерму. Я покажу вам, как я это делаю. Вот. И потом распределить это все по земле, по всей тепличке. Перчик тоже. Вот смотрю, у меня он очень плохо себя чувствовал, потому что его жрали постоянно здесь слизни. Но вот смотрю, вот видите, начал давать плодики. Если сентябрь будет теплый, может, что-то и с него соберу. Так, вот, друзья, сейчас сколько у нас градусов. А днем я вам говорила, что было вообще под 40. Так, здесь у меня физалис я тоже уже весь ободрала, объела. Так, ну вот огурцы, смотрите, на улице таким образом выглядят. А в, как сказать, в тепличке вот они уже как подросли. Вот это мой старый так здесь и бултыхается. Все, не могу его удалить, жалко. Ну и арбузики уже тут бедные, уже листочки все зачахли. Вот. Опять сорвала сегодня, набрала себе наконец-то вот у меня редиска. А то два раза сеяла, ничего не получалось в начале сезона. Вот все томатики у меня из теплицы, что я вчера убрала вечером. Вот. Сколько я собрала этих томатов из теплицы. Вот, сушу свою эту черную кукурузу, пытаюсь вот сушить, чтобы потом из нее немного попкорна сделать. Просто хочу посмотреть, каким образом будет выглядеть черный попкорн. Ну, в общем, на сегодня, друзья, таким образом выглядит мой огород. Вот тоже очень продуктивный сорт. Покупала уже рассаду его в магазине. Баклажанчики. Неплохо себя чувствуют в горшке, очень уже, ну, штук 6 точно уже с него срывала. Вот, показала вам сегодня свой огород. Вот еще раз, вот, быстренько. А на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, а мы с вами увидимся в следующем видео. Желаю всем хорошего дня!